из Сирии. Магадан, Владивосток. 35-й день пути. Начинается необычно, нестандартно, а произошло вот что. У меня было намерение заехать в Арбс в светлое время суток, поэтому на ночь решили остановиться под Хабаровском, переночевать и стартовать. Увидел такую стоянку, подъехал, не успел заглушить двигатель, чтобы сделать полтора километра, переставить автомобиль в одну сторону метров на 10. Ну, не вопрос. Это говорит, вернее, охранник говорит, что должно подъехать. Начальство, ударение на последнюю букву. Я не понял, это или фамилия, или псевдоним, или название должности, но начальство так начальство. Я отъехал, встал. Через некоторое время подъезжают два автомобиля. Интересный номер на автомобиле. Джип. Я стрелкой показал этот автомобиль. Интересный номер. Интересное буквенное сочетание. Бор. Ну, вот так вот. Я уже стал готовиться ко сну в автомобиле. Как подбегает 730 человек. 30 метров. Навигатор предлагает повернуть налево. Просит переставить автомобиль в другое место. Я говорю, пытаюсь объяснить, что я встал сюда на то место, которое мне указал охранник. Что я заплатил деньги, что кругом грязь. Но молодой человек не слышал, он повторял как заведенный. Переставьте, пожалуйста, автомобиль. Переставьте, пожалуйста, автомобиль. Я понял, что отдохнуть мне не дадут, уснуть не дадут. Поэтому стал крутиться вот по площадке, грязь, слякоть. Ветер сильный. Я особенно старался выбрать место, чтобы не было ветра, потому что за ночь автомобиль выхолаживается, и можно было проснуться просто от холода. Но делать нечего, езжать в Хабаровск в темную автомобиль, это не входило в мои планы. И по этой причине я немножко изменил. Немножко изменил видео, то есть посмотрите, как кручусь, ворчусь по этой площадке, выбираю где-то место. Настроение, конечно, было испорчено, но очень недружелюбно, очень негостеприимно встречает меня Хабаровск. Но делать нечего. Стоит ли останавливаться на этой стоянке, если будете двигаться в сторону Хабаровска? Да-да, ну, думайте сами, никто мне деньги за стоянку не вернул. Кстати, повторю, что цена самая высокая из всего маршрута, то, что мне пришлось проехать. Подавляющее большинство стоянок бесплатное. Где-то берут деньги, но здесь вот самая высокая цена.
батарея 700, никто не взял. 720 метров, ну, левый поворот, финиш. Начальство считает благотворительным актом с моей стороны. Пусть он будет счастлив. Вот в двух словах и все. Я попытался объяснить. Ну а дальше смотрите сами. Стоянка. Ночью какое-то время. Ну, недолго я стоял. Ну а утром стартовал. Вот все, что пока могу пояснить. В комментариях, что непонятно. Отвечу. Блин. Поблагодарил, как смог. Какой. Так, вот техноавиа. Я сейчас развернусь по солнцу. Сориентировать камеры, чтобы что-то снять. Ну а что тут снимешь? Ах. Ребята, не сердитесь, что я так. Так, 7.50 еще ждать. Ой-ой, сколько. Ну, кататься по городу с такой видимостью, когда ни черта не видно, это последние дни, наверное. Ладно, встану в тенек и буду ждать. Все слепит, надо же, а? Кошмар какой-то. Ну это по всей вероятности, что слишком рано стал. А тут снимать тоже нечего. Поэтому я пока все отключаю. Режим записи.
Я жду чего-то. Прибарахлился немножко, а то на самом деле как там жара какой-то. Так, ну а теперь, как говорил Зазала, по-моему, вон из города. Да, Москва тоже нелегкая сегодня. 600 километров до Уссурийска. Ну, наверное, по опыту опять буду рассчитывать перед Уссурийском. Заночевать, чтобы через город проехать утром. Как бы мне сделал, чтобы ты громче говорил. Поехали. Маршрут перестроен. Поверните налево, а затем поверните направо. Поехали.
бестолочь. Самолет какой идет. Посадка. Радар. Ограничение 60. Thank you.
солнце в лицо, ничего не видно. Удачные повороты, блин.
Ё-моё. Маршрут перестроен. Освещение получше. Хабаровск. Пробка тоже тут на мне горит. Thank you.
насколько возможно. Хабаровск. Солдатики тренируются. Thank you.
идешь с дорожками к Владивостоку. Дай-ка я еще раз загляну на твой маршрут. Нет, подруга, извини, при всем уважении к Яндексу. Я послушал тебя, дурочка. Маршрут построен. Через 100 метров развернитесь.
Нет уж, теперь я не поверну направо. Послушал Яндекс навигатор и пришлось петлять. Вот дорожный указатель показывает. Владивосток прямо. Все. Она сейчас будет опять тащить направо. Съезд. Поверните направо. Нет. Еду прямо. А-370, по-моему, трасса Уссури называется. Маршрут перестроен. Прямо 7 Так что навигатор навигатором, нафигатор нафигатором, вот. А дорожные указатели, они более точные. Уссурийск.
светофор, что ли? Thank you.
трасса А-370. Хабаровск, Владивосток. Двигаемся в сторону Владивостока. Конкретнее Уссурийск. Оцениваем А-370, федеральная трасса Уссури, по крайней мере так называли раньше. Небольшая. Прогноз погоды был такой, что вроде бы осадка в течение 2 суток не ожидается. Сильный ветер.